Тебе не следует убивать жрецов. Ты ведь знаешь наши законы. Пусть они предатели и ничтожные отступники, но в их жилах течет кровь стражи. Ты пытаешься помешать тому, что твой разум просто не способен постичь. Это предначертано. Пришел их черед для покаяния. Если ты не остановишься, то навлечешь на себя всю ярость небес. Ты один, ты слаб. Они более не твой народ. Их не спасти.
рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Thank you.
Наблюдаю рядом биополе предателя. Там повсюду артиллерия и датчики движения. Я велел оставить меня в покое. Мое место здесь. Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее бремя. Идешь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач, когда умолкнет его сердце, душа его обретет покой. Его и моя. К отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда.